Здравствуйте! Сегодня получила свою четвертую посылочку от интернет-магазина Мула Опт. Вот такая вот она у меня большая. Здесь очень много всего. И что стоит отметить, на посылочке была наклейка, что обережно крехке. Это большой-большой плюс. Так, переложила все в ящик. Первое, что попадается мне на глаза, это вот такая вот пластиковая форма для мыла «Зефирка». У меня есть подобная, но вот такая прям хотелось мне такую «Зефирку», разнообразие зефирного для своего мыла. Потом мне попадается, немножко пошуршу, вот такой вот бумажный наполнитель. Это цвет нежный. К сожалению, камера вообще не передает, такая уж у меня камера, цвета реальные. На самом деле цвет нежно-нежно-розовый. Вот прям такой нежный, действительно, что. И заказала еще две упаковки розового наполнителя для коробочек. Следующее, что попадается, это, я уже знаю, что это. Это стеклянный термостойкий стакан «Лаборант». У меня в объеме 100 миллилитров. Поставим. Следующее, это пакетик старой. Снова заказала баночек на 30 миллилитров. Здесь их должно быть 20, по-моему, штук. Неважно. Потом пересчитаю. Следующий пакетик. Здесь у меня бирочки, вот такие вот красивые, ручная работа. Выглядят как визиточки, можно написать пожелания, можно написать свои контакты. Дальше у меня аллантоин и бетаин. Активные добавки в косметику, ручной работы, в частности, в крем. Как всегда, на упаковочке есть срок годности и страна производителя этого товара. Следующее. Взяла на пробу смесь восков для губной помады. Здесь 10 грамм. Видим, что пластинки действительно разного размера, разного цвета. Это означает, что здесь действительно присутствуют разные воски. Такие, к сожалению, я не нашла описания. Хотелось бы знать в процентном соотношении, сколько здесь пчелиного воска, сколько здесь карнаубского, сколько здесь кандерильского. Страна-производитель Германия, срок годности еще 1,5 года от даты съемки. Также отдельно заказала карнаубский воск для губной помады. Но не только для косметики декоративной в карандашах. Здесь тоже есть производитель и срок годности. Также в пакетике лежит фитиль. Я заказывала разный 1,5 мм, 2 мм и 3 мм. Значит, что у нас здесь написано, что срок годности не ограничен, и страна-производитель у нас Польша. Следующее, что мне попадается в таком пластиковом контейнере, Шикарите рафинированное масло. Значит, срок годности тоже 1,5 года, производитель Германия. Вот такая вот маленькая расфасовка, так как я варю крема, мне больше не нужна.
Мыло я сама не варю, пользуюсь готовыми мыльными основами. Следующий большой пакет. Значит, здесь у нас крышка от вот этой вот баночки. Так. Собираемся. В общем, потом я попаду банкой в крышку. Просто было интересно посмотреть на вот эту упаковку. Здесь 100 миллилитров, по-моему, в этой баночке. И я хотела ее использовать, возможно, для косметики, возможно, для расфасовки альгинатных масок. Посмотрим. В общем, найду применение, возможно. Следующее, что у нас здесь, это вот такие новогодние бирки. Handmade. Их тут два пакета. Они идут по 5 штук в заказе. Так как я еще... Да, дата съемки 7 февраля, а я еще не всем сделала новогодние презенты. Вот так бывает. Буду доделывать презенты. Что у меня здесь следующее? Попадается растительный глицерин. Я решила для себя любимой, почему бы не взять глицерин вот такой вот органический. Индикаторная бумага. Здесь тест полоски для того, чтобы... Так, фокус. Для того, чтобы измерять кислотность своих кремов. Значит, как тебя открыть? Вот здесь бумажные полосочки. Их нужно приложить, померять и сравнить значение с шкалой, которая есть на упаковке. Следующее овсяное молочко. Это гидролат малины. Для себя любимой заказала. Заказала гидролат чайной розы для эмульсий, которые будут окрашиваться, то есть для тональных кремов, для тональных основ и декоративной косметики, в общем. Да, исправляю себя. Следующее, что мне попадается, это краситель зеленое яблоко. Это жидкий немигрирующий краситель. Раз уж попался он, значит, буду доставать все остальные красители. Вылавливать. Краситель морской бриз. Цвет вообще не похож на камере. Цвет в реальности такой красивый, зеленовато-бирюзовый, прям как на сайте, на фотографии. Краситель изумруд. Для мыла взяла, они не мигрируют. В общем, он действительно изумрудный. Сейчас они немножко отогреются. Принесла с холода. Краситель желтый. Сирень. Вот сирень, кстати, хорошо передается. Ее... Нет, не очень. В общем, цвета действительно красителей совпадают с картинками на сайте. Черный агат. Краситель синий. Аквамарин. Очень много заказала всяких красителей. Алый. Сиреневое наваждение. Вот это, кстати, уже краситель, по-моему. Нет, это все еще для мыла. Я вспомнила, что я для свечей не заказывала специальных красителей. Голубой. Но какой-то он, честно говоря, вообще не голубой. Он темно-темно-синий. Медный.
Значит, что у нас? Оранжевый. Красный. И коричневый. Белый. Значит, следующее, по-моему, с красителями все. Попадается мне эфирное масло розового дерева. Кстати, вот эти упаковочки, флакончики с пипеткой мне гораздо как-то удобнее использовать, чем капельницы. Вот не знаю, почему, лично мое мнение. Потом... Нет, это отдушка. Отдушка нежный пион для мыла. Отдушка для помады. Ягодный сорбет. Где-то мне попадалось... Была еще, вот, да, вторая пина колада. Я наконец-то сделаю свои помадки. Раздарю свои все помады, которые мне заказали. Вот это не показала. Это масляный экстракт ламинарии. Отдушка Гавайи. Отдушка яблочный пирог. Это у нас что? Краситель еще попался жидкий лимонный. Краситель для мыла зеленый. А вот это уже пошло для свечей что-то. Это ароматизатор для свечей мед. По заверению производителя, он выдерживает, остается стабильным при высоких температурах. Мы это проверим. Значит, пигмент еще один коричневый. Это у нас краситель для мыла мультифрукт. Красивый очень цвет должен быть. Это снова отдушка для свечи шлейф любви. Прошу прощения за посторонние шумы, если вам слышно. Значит, опять ароматизатор малиновое настроение, сливочное безрассудство, отдушка для мыла тропические фрукты. Это отдушка цветочный микс, тоже заказывала для мыла. 8 марта впереди, всякие цветочные ароматы не будут лишними. Еще один ароматизатор для свечей — ягодное изобилие. Еще два товара. Это ароматизаторы для свечей цитрусовая буря и апельсин в шоколаде. И последние два пакетика из этой посылки. Нет, не два, три. Значит, это у меня парафин для свечей. И последние два товара — это парафин для свечей в объеме 500 грамм. Не последнее. Здесь у меня фитиль для насыпных свечей 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штучек. Он армированный идет, то есть гнется, стоит ровненько. Последний товар в этом моем заказе — это у меня воск для насыпных свечей белый, килограмм. Вот я забыла, что он для насыпных свечей, и меня смутила как-то его текстура, да, он такой прям рассыпчатые такие шарики, очень интересные.
Будем пробовать делать свечи. Это будет подарок. То есть все, что я заказала для свечей, плюс несколько мигрирующих красителей из моего предыдущего заказа, это будет мой подарок моей подруге. На этом все. Хочу сказать большое спасибо менеджерам интернет-магазина Мыло Опт. Спасибо им за чудесную мою посылку, за мою радость всегда долгожданную. Работой магазина очень довольна. Посылочку позвонили, подтвердили актуальность, и на следующий день я уже получила. Все всегда, как и ожидается, высокого качества. Всем очень довольна. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. У меня небольшой постскриптум. Когда я проверила уже все-все-все товары по накладной, сверила, то я заметила, что вот этот вот флакончик, масляный экстракт ламинарии, его не было в моем основном заказе. Видимо, это подарочек от магазина. Отдельное спасибочки за такой подарочек. Я его очень хотела заказать, но как-то я очень много всего хочу на самом деле заказать у этого интернет-магазина. И постоянно выкладываю из корзины, добавляю, выкладываю. И еще такое маленькое открытие. Вот эта баночка, которая пришла отдельно баночка, отдельно крышечка, которую я пыталась надеть, но никак не надевалась она. До меня немножко позже дошло, что здесь как бы защита от вскрытия, вот это, от первого вскрытия. Я поняла, что если я сейчас надену эту крышку, то я уже ее испорчу. Поэтому, да, вот эти вот баночки, они приходят отдельно от крышки, потому что закрывать ее нужно только тогда, когда вы уже налили в ней или пересыпали в нее продукт. Вот так. Не сделайте глупость, какую чуть не сделала я. Еще раз большое спасибо интернет-магазину Мыло Опт за мою посылочку, за мои товарчики. Теперь точно до свидания. До новых встреч!